Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, награда за Лига Мастеров, одна звезда. И я хочу посмотреть. Блин, все-таки скинули. Ну, хотя бы ранг 17, тут немножечко нам остается, чтобы подняться обратно. Так, испытания, усиление технодрома, ребята, я советую вам проходить. Кстати, мне кто-то писал в комментариях: Рэй, а как проходить, если там всего дают, типа, одно ДНК? Так, фармить, друзья мои, я уже вам объясняю. Когда вы проходите полностью вот это вот, на три звездочки, вы можете вот за эти телепорты проходить еще и еще, тратя при этом сыр и, соответственно, побеждая и зарабатывая ДНК на, ну, в данный момент на Кренга. А вообще это работает со всеми событиями. Кого вам нужно фармить, те события и проходите. Все, ничего сложного нету, друзья, что вы. Не знаю, как маленький прям. Так, ну что, а я, пожалуй-ка, наверное, вот здесь вот пофармлю. Нам чуть-чуть не хватает. 730, насколько я помню, да? И опять же, разделение, ребята, мнений. Кто-то говорит, копи на Роквелла, кто-то говорит на Рокстеди. Я, наверное, все-таки, ребята, склоняюсь к Рокстеди. Будем Рокстеди, потому что, ну, не то, что мне Роквелл не нравится, просто мы его успеем. Я хочу Рокстеди начать копить. Пускай она у нас будет прокачиваться потихонечку. Блин, ну 720, конечно, тут дофига, да? Если на Пита нам нужно было всего лишь 530, то на Роквелла и на Рокстеди нужно по 720 жетонов. Это дофига. Это дофига, ребят. Так, ну что у нас там еще? 5 попыток. Сейчас мы это все дело замутим. Так, и последняя попыточка. Все, 15 жетонов получили. Так, быстренько идем в магазин, в предметы, жетоны. И вот, ребят. А, не 730, а 710. Ну, все равно, ребят, 710 тоже дофига, на самом деле. Так, 53 ДНК. То есть нам еще, ё-моё, копить, копить и копить. Так, у нас здесь есть телепорты на розыгрыш. Ну, я, наверное, воздержусь и пойду пока, ребят, на арену. Хочу выровняться. Хочу выровняться в этой ситуации. И возьму для начала Донателло плюс Зек. Донателло, Зек. Слабоват, мне кажется, будет, да? Или нормально? Донателло, Зек. Ну, давай для подстраховки возьмем еще Железноголового. Вот так вот. Вроде бы здесь у нас нету, да, Микеланджело, который может бустануться. Да и, в принципе, здесь не очень-то быстрые персонажи у нас. Так что, надеюсь, у нас все получится. Без потерь, конечно же. Самое главное, чтобы никаких не было потерь у нас. Так. Немножечко неудачно получилось. Ну-ка, добивай их, Железноголовый. Красавчик. Ну что, идеальная победа, и мы двигаемся дальше. Но, кстати, сколько у нас? 5. 5 откатов всего лишь? Ну, ребята, так дело не пойдет. 5 откатов. Что я с ними буду делать? Так, здесь у нас Карайка. Ну, мы знаем, ребят, какая у нее инициатива. Обалденная, шустрая она, поэтому... главное, чтобы она не запинала. Блин, надо брать все-таки... Наверное, вот так вот я возьму. Хотел 56-х, а потом подумал, Карайка 60 все-таки 7-го уровня. Своими сюрикенами может невзначай, так сказать... кого-нибудь дозавалить. Даже сама того не зная, просто бумкнет наугад и все. Ух. Слушай-ка, ну мы с Леонардо не дали им, ребят, шанса тут разгуляться. Ну и еще плюс Майки то, что уклоняшку сделал. Вообще по красоте. Ну и мы вернулись с тобой в Лигу Мастеров. Лига Мастеров, одна звездочка. Так, ну нам надо, сам знаешь, да? 3 звездочки. Сегодня, конечно, 3 звезды вряд ли мы получим. Вот ты посмотри, вот какую команду не возьми, везде Майки, а? Так, ну вот здесь вроде более-менее нет его. Я возьму, наверное, одного Армагона. Да, Армагон один справиться должен, по идее. Прикинь, если не справится, вот это будет засада. Вот это будет подстава просто-напросто. Да нет, 67 уровень он должен валить, ребят. Бэмс. Я тебе говорил, что должен валить? Но опять же, есть персонажи, у которых иммунка идет. Или, как сказать,
усиленная защита против определенных классов. Так что не всегда Армагон может выручить нас. Возьмем, наверное, вот эту вот команду. Макман плюс Кожеголовый. Вообще за бестовская команда, ребята. Макман и Кожеголовый. Мы знаем, что Кожеголовый бомбит не кисло. Ну и Макман со своим супер-пупер ураганчиком, который снимает все бафы с противников. Это просто конфетка. Так, ну что, поехали. Пит должен упасть. Пит должен. Тут все упали, не только Пит. Рэйчик, ты че, родной, совсем что ли? Попутал рамсульки. Всех валит наш Кожеголовый. Так, ну что, ребята, мы идем с вами. Наверное, возьмем. Какой же отряд-то мне взять? Давай вот этот вот. Кстати, ребят, на втором канале заключительная серия Ведроголового вышла. Так что заходите, смотрите, чем закончилась история нашего рыцаря. Я думаю, вам понравится. Так, ну что. Давай-ка мы... А зачем я взял... Ёпарасоте, вот это ты, рейб-болван. Зачем ты взял сюда Крэнга и вместе с Крэнгом присобачил, извините меня, Бакстера Стопмана? Ты вот объясни мне, мы бы могли бы и так бы справиться. Да, минус персонажа. Просто в холостую, ребята, я его стравил. Вот такие вот пирожки с котятами. Ну что, давай... Блин, давай команду без Микеланджело. Вот, например, вот эту вот я возьму. Так, Шредер плюс Вано. Шредер плюс Вано. И вот так вот. 67 уровень у наших врагов. Ну, я думаю, что сможем их тут раздолбать. Так, и постепенно урон на всех висит, да? Ну давай, Ванюша, пулеметную дробь сделай тогда им на дорожку. Пускай они там полежат, подумают над своим поведением. И мы проходим дальше. Так, полтинничек давай, пожалуйста, мне. 55-ю позицию. Вот 5 очков ты зажал, да? Вот как специально. Как будто из своего кармана нам выдает, ё-моё, а? Раз, два, три. Ну что, у меня бойцы кончаются, ребят. Сейчас придется либо откаты тратить. Ну, рекламу я смотреть навряд ли буду, потому что в последнее время она вообще, ребят, не показывает. Ну, первые две еще проходят, а потом все. Нету, говорит, этих, как его. Нет доступной рекламы. Мне кто-то писал в комментариях: Рэй, ты потом, типа, сыграй два или три поединка, именно сыграй, и после этого попробуй заново. Типа, должно срабатывать. Должно, ребят, срабатывать, но это будут такие промежутки, опять же, это нужно... Я привык просто, если мы делаем за кадром рекламу, то я ее смотрю сразу же. Ну, просматриваю и все. Без вот этого всякого. Давай вернемся обратно, давай еще поиграем, потом опять посмотрим. Нет, давай уж сразу посмотрим, а потом будем спокойно играть. Без, как говорится, отрывания от дел. Ну, насколько Маузер хороши? Ну что, ребята, неплохо. Я вам скажу, очень даже неплохо. Так, минус маузеры. Давай-ка крик души. Так, один упал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что мы сделаем? Защиту? Или все-таки... Или все-таки... Давай, наверное, не, вот этого шваркнем. Вот так вот, хоба. Куда ты, куда ты, куда ты? Неужели на карайку змею? Нет, но он на Джастина решил. Он решил на Джастина, ребята. Ха-ха. Олух, царя небесного. Ну что же, сам все прекрасно видел. Мы тут выдержали. И Джастин, слава богу, нас не подвел. Не распластался там. Не упал в грязь лицом. Выставил этот удар. Все отлично. Так, давай ко мне 17-23. Вот, отлично. 17-23 мы надыбали. И здесь... Блин, и здесь нам придется тогда, знаешь, как сделать? Блин, а Крэнк один не вытянет. Не вытянет он, ребята, эту всю команду. Плохо. А так два отката пришлось бы тратить. Ну давай посмотрим, может хоть все-таки кого-нибудь уронит он. Вот эти, у которых повышенная атака, смотри. Вот этих крайних. О, слушай, да он красавчик. Просто красавчик взял. 72 уровнях вражин уложил баньки.
Так, 23. Почему 23-е? Почему не 15-е-то? Ё-моё. 4 отката. Ну, я не знаю. Раз, два, три, четыре. Вот здесь уже опасно. Почему? Потому что, во-первых, мы на 4 уровня ниже их. На 4 уровня. Да и Крэнк, я сомневаюсь, что сможет всех сейчас забомбашить. Да и Карайки здесь нет, у которой инициатива обалденная. Хотя, погоди-ка. Ну, слушай, это даже для меня неожиданно. Молодец, Паукус. Шваркнул все-таки своей паутинкой. Так, а вот 11-я позиция. 17-23. Ну, давай возьмем это. Так, Армагончик, выходи на базу. С тобой пойдет, наверное... А никто с тобой не пойдет. Попробуем. Попробуем своими силами. Фух, я верю в Армагуна. Так, смотри, у нас... Блин, у нас повышенной атаки нету ни по кому. Тут, ребята, скорее всего, он не завалит всех. Вот этого я и боялся. Хотя... Здесь и Шархан. Найс. Получилось прикольно. Я думал, что все, сейчас начнет у нас тут разбор полетов. И мы переходим с тобой в Лигу Мастеров. Две звездочки, сотое место. Два отката всего лишь. Так, 73-й, 74-й. Ну, если здесь взять... Ладно, ребят, давайте отыграем тогда полностью всех. Я имею в виду все откаты. И придется сейчас идти за ежедневками и смотреть рекламу. Авось получится все-таки у нас накопить 10 откатов. То есть это 5 поединков. И этого нам должно будет хватить, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звездочки. Красавчик. Ну и из-под зэка-то, конечно, добивка очень колоссально идет. Хотя, если вот так вот по 10 ступенек, еще не факт, что нам хватит. Ну что, открываем колоду. Так, у нас здесь выпадает Кирби. Собственно, персоны. Так, дальше проходим серию испытаний. Какую? Ну, вот эту вот возьмем. Макмен, Лео, Армагон, Кожеголовый и Крэнк. Вот они пойдут у нас на разборочку. Ну что, Бибоп, ты первый, кто будет у нас сейчас получать по полной программе. Давай укус. Вертушку не буду тратить пока. Я думаю, так нам хватит его запинать. Я думаю, постепенно урон его положит. Баньки. Ну, так оно и есть. И переходим на вторую волну. А на второй волне у нас муха. В общем, муха навозная. Давай, Крэнк, бомби тогда своим лучом. Чем мы будем тут рассусоливать? Не получилось, да? Ладно, Кожеголовый подключается и добивает. Ну вот, мы и прошли серию испытаний. Не знаю, что мы там за это получаем. За это получаем мы... Ну вот что. А вот здесь вот только сразиться в боях. Поднять уровень персонажа. Вот. 5 откатов еще сверху будет. 5 откатов будет сверху, поэтому... Ищем наших... Подожди, где у нас маузеры? Вот они. Такс. Получается 9... Наушников надо найти нам. Раз. Два. Три. Так, четыре. Пять. Шесть. Так, семь. 8 и последние.
Все, ребята, 9 наушников нашли и прокачиваем до... Погоди. Блин, что-то я просчитался. Нам еще, оказывается, 2 наушников надо. Все. Теперь точно все. Улучшаем. Ну что, все скиллы до 6 ступени здесь прокачаны. Это говорит о том, что Маузеру нам остается лишь прокачивать, ребята, уровень. А основную, как говорится, долю львиную на прокачку у нас пойдет... Где у нас Рафаэль? Мы же Рафаэля хотели? Следующим, по-моему, мы хотели Рафаэля. Да где же он? Так, подожди. Рафаэль... А, вот он, Рафаэль Ролевой. Вот кто у нас будет следующим на прокачке. И, конечно же, в первую очередь надо прокачивать нам вот этот вот супер скилл массовой атаки и поднять уровень персонажа. Ну, поднимем уровень персонажа маленькому, потому что нам не хватит. Так, это будет Рокстеди, да? Ну что же, Рокстеди, 57 уровень он получает, а мы забираем здесь наши награды. 5 откатов. И пошел я теперь смотреть рекламы. Ну что, у меня получилось посмотреть всю рекламу. Получается, у меня 10... Я получил, и 5 было за ежедневные задания. То есть 15 откатов. Ну, если даже на 2, ну 7. В лучшем случае мы возьмем 7. 70, это если 7 и по 10 ступенек, 70 получается, да? Я думаю, что все равно, ребят, нам не хватит перейти. Ну, ладно, будем не гадать, тут хватит нам или не хватит. Давай будем играть, и все. Поехали. Так, возьму, наверное, здесь Крэнга. А, 71 уровень. А, 71, а тут 75. Тихо, 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 тогда. Тогда возьму еще Леонардо здесь. Раз, два, три. Леонардо и Крэнг. Нормально будет. Так, Крэнг будет первым, да, ходить у нас? Так, Крэнк у нас ходит первым. Угу. Ну, а Лео, что Лео? Лео добивает, как всегда. Лео наш на добивках будет работать. Прекрасно. Так, 88-я позиция становится в плане. 88-я стала 83-я. То есть 5 ступенек мы все... Вот об этом, ребят. Да не только сейчас, я всегда об этом говорил, что игра начинает жумничать. Просто жунчить. Ну с какого перепуга ты дала мне всего лишь 5 ступенек перепрыгнуть? Ну сфига ли это вдруг? Не понимаю. Я этого не понимаю. Нет, чтобы взяла и вместо 5 20 ступенек пролетел. Нет, она мне занизила просто-напросто все. Ну ничего с этим не поделаешь. Так, ребят, тут у нас идеальная победа. Двигаемся дальше. 74 место. Окей. Так, 17-24. Возьму Леонардо и возьму, наверное, Кожеголового здесь. Слушай, у нас, по-моему, бойцы кончаются. Как бы кончаются, но еще есть. Как раз они, наверное, уложатся вот в наш вот этот вот баланс откатов. Это получается 8. 4 поединка еще. 4 на 3, 12 персонажей отыграть. Ну да, где-то так в среднем и получится. Кожеголовый. О-о-о-о-о-о-о-о, тихо, тихо. Твою налево, этот прыщеголовый, а? Вечно лезет. Да-да, я про Микеланджело говорю. Блин, мы даже еще полтинник не взяли. Мы еще даже не взяли полтинник. Так потому что мы не взяли его, ребята, из-за того, что... Ты видел, там 5 ступенек дал ему, подсунул. Деловой такой. Раз, два, три. Погнали. Погнали наши вороны. Вылупляем. Так, крыс. Бэмс. И крыс, конечно же, отдупляется. Так, смотрим. Давай сороковую. Угу.
Сороковую, конечно. Губежки раскатал. Так, Ваньку нет. Я возьму, наверное, здесь кожеголового. Раз, два, три. Раз, два, три. Да нет. У нас откаты кончатся быстрее, чем мы отыграем персонажей. К сожалению. Если как-то умудриться по одному персонажу использовать, ну это, ребят, вот здесь было бы неплохо, да. Здесь можно было бы, наверное, как-то выкрутиться. Не знаю, правда, как. Армагон практически всех там уничтожил. 42 место. Ага. 17-24 и одни Микеланджело, ты видел, да? Вот, вот это вот по мне. Так, Армагон плюс кожеголовый. Раз, два, три. И останется у нас последний поединок. Останется последний поединок нам отыграть, и все. Так, эти упали, рухнули. И этих мы добили. Ну и прикольно. Место 32. Ну что, последний наш бой на сегодня. Так, 17-24 попробуем найти. 17-24, нашел. Так, берем Армагона и берем здесь Кренга. Раз, два, три. Да, много персонажей у нас не отыграно остается. Жаль. Но я думаю, что завтра, наверное, мы уже все-таки возьмем Лигу Мастеров. Топчик, 3 звезды, ну и топчик, естественно. Попробуем. А там уже и неделька закончится, да, скоро? Так что тут продержаться совсем маленько надо. Ну-ка, покажи мне, какое там у нас местечко будет. Ну, я думаю, 20-я где-то позиция. Да, 20-я. Все, ребят. А сколько у нас? 18 тысяч мутагена. Ну, как ты понимаешь, нам не хватит для того, чтобы мы подняли наших маузеров. А тут нужно 27 тысяч, почти 28. А вот, единственное, что давай, наверное, вот здесь вот соберем все-таки порталы. Как говорится, раскидываться ими не стоит. И если есть возможность заработать, то лучше их заработай. Пускай не так их много, конечно, здесь дастся, но... Как говорится, лучше что-то, чем ничего. Так, ребят, после черепашек я, наверное, планирую поиграть в Stick War Legacy. Там написали мне в комментариях два новых уровня. И, не знаю, кто-то написал мне в Dynabash обновление. Ну, я скачаю, гляну, ребят. Ну, что-то сомневаюсь, что там обновление. Там сотый уровень как был в последнем, так он, по-моему, и остался. Какое там еще могут быть обновления? Так, ну что, два поединка еще. Давай быстренько пробежимся. Не знаю, если ребят меня вырубать не станет, потому что я все-таки сегодня с ночной смены. Я хоть и покемарил маленько сегодня. Где-то до 5 вечера. Но все равно что-то какая-то усталость у меня. Но если, короче, не усну, хотелось бы, наверное, сегодня еще поиграть в Снэп от Marvel. И... наверное, поиграть растение против зомби-героя. Как-то так. Ну что, последний у нас поединок здесь. Сейчас мы этого железноголового накумарим. Так, бомбочка. Но мы знаем прекрасно, что вот это на него не работает. Вот эти блокировки, все, что мы на него вешаем, ему по барабану. Он как жарил со своим огнеметом, так он с огнеметом своим и жарит. Все. Ну, а мы забираем свои награды. И на этом, друзья, будем закругляться. Обязательно уже увидимся в следующей серии. И, конечно же, продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.